загрузил процессор с программкой на всю мощность. Вот. Обороты вентилятора, они тут вроде бы всегда максимальные, не громко он гудит. Вот тут скорости, максимальная скорость, процессор загружен, и один ядер на 100% и другой ядер на 100%. Вот GPU, то есть видеокарты, частоты и температура видеокарты 47, это максимально. Процессоры температуры 34 градуса. Очень маленькая, я бы сказал. Хоть процессор у меня уже тут их 15 минут загружен на 100%. Вот тест такой программы Prima 95 загрузил процессор. На 100%. И вот тут еще я сделал максимальный power settings, максимальный, то есть high performance сделал. Вот что этот high performance делает. Раньше, когда у меня было balanced, тогда у меня было минимум процессор стоит, тут было 1%, кажется, максимум было 100. А когда high performance, тогда и минимум 100%, и максимум 100. Когда у меня было balanced, тогда у меня вот тут частоты эти падали без нагрузки до 800 МГц, а при полной нагрузке вот это до 2812 поднимались. А теперь они без нагрузки и с нагрузкой 2812. Вот тут вот 13. Раньше у меня подвисал компьютер, особенно после сна, когда после сна пробуждаюсь, и там немножко что-то поделаю, каких 2-5 минут он зависал. Иногда там 20 минут где-то поделаю, там что-то активнее более. Там покопаюсь, например, сегодня, например, на Фейсбуке там открывал разные комментарии. Там дерево под комментарии, ветки всякие открывал, много открыл, и он потом завис. Поэтому, ну, у меня это когда было balance, я теперь сделал high performance. Теперь посмотрю, может что-то изменилось. Еще в биосе сбросил настройки по умолчанию, load optimized defaults, кажется. Но мне кажется, это ничего не значит. Не значит, что в биосе сделаю. Потому что я раньше тоже делал эти load optimized defaults, но у меня раньше все равно зависло. Поэтому я уже много времени пока не могу причины найти, чего у меня зависает.
компьютер. Я и процессор новый купил, вот это у меня где-то 2-3 месяца назад. На новом процессоре работает его частота 2,8 МГц. Вот, Dethlon. Вот такой его процессор. Двухъядерный. Раньше был тоже двухъядерный, но 3,2 ГГц. Был побыстрее. Он, у него была мощность рассеивания побольше, он больше грелся, наверное. Поэтому я этот слабее, меньше у него рассеиваемого мощность. Это вот ТПД-95 ватт было, или 60, кажется, 90 там с чем-то, у этого 60, кажется. Поэтому его тут видно по температуре, я там, там он с термопастой пришел и смазал, там все хорошо. Вот процессор полностью загружен, вентилятор не так уж громко и гудит. Вообще, как вроде бы, как бы он совсем постоянно на 100% работает в оборотах и все. И он так довольно негромко гудит, я бы сказал. Когда, например, без нагрузки, вообще там 18 градусов. Ну, потому что чересчур, ну что, мог бы и так сильно не гудеть без нагрузки. Но это потому, что, видимо, я поставил послабее процессор с меньшим ТПД. Рассеиваемой мощностью, с меньшей. Поэтому, видимо, он теперь так очень не нагревается сильно. Вот уже сколько времени он, температура не поднимается, и я думаю, что и не поднимется. Вот когда видео смотрю, например, на 720p, на ютубе поднимается температура, то есть GPU, графики, процессор. Ну, тут из видеокарты у меня PCI Express вставленный, поднимается где-то до 30, до 18, то есть она полностью, GPU даже не загружается. А вот когда видео никакого не смотрю, он вообще-то не загружается. Вот я запущу видео. Плюс еще на ускоренном немножко подтормаживает. Это ускоренное в два раза. Вот GPU Core загружается, вот 17%, 15%, 22%. А вот на нормальной скорости даже не подтормаживает видео. Хотя вот тут этот КПУ загружен на два ядра программы, и то и полностью. Вот КПУ сколько мало берет. Температура не растет, она Core 1.2 процессор. Обороты тоже не меняются. Вроде бы.
только непонятно, от чего зависает. У меня есть два пояснения, то есть четыре, наверное. Либо процессор. Нет, процессор отпадает, потому что я менял его. Вряд ли это процессор, тем более температура такая низкая. Вторая причина — это материнская плата. Там, может, там какие-то конденсаторы высохли, как я читал на форумах. Потому что это уже старая довольно плата материнская. Вот какая она, гигабиты. Г880GUD3H. Это первая причина. Вторая причина — это рамы. У меня 8 гигабайт в одной такой пластинке всего. И я читал вроде бы, что такие китайские вроде бы дешевые рамы, они как бы, у них ошибок возникает, от них компьютер повисает. Думаю, вероятно, это мой случай. И третья причина — это жесткий диск. Я сканировал насчет битых секторов у жесткого диска. Их не нашлось. 1 гигабайт, терабайт, то есть у меня жесткий диск. На некоторые сектора очень медленно отвечаю, но это я сканировал, когда на этом компьютере и операционная система была, и всякие программы работали. И работали, и я сам работал на ней. И поэтому, вероятно, поэтому они так медленно отвечали, некоторые сектора. Нужно было бы из другого диска вот этот проверить. Вот. Три причины. Или еще четвертая причина, что это интегрированная видеокарта. Испорчена. Поэтому зависает. Но теперь у меня питается монитор от встроенной видеокарты. Вот это NVIDIA GeForce 8400GS. Я специально отключил встроенную карту, чтобы посмотреть. Но вроде бы и с ней тоже зависает. Поэтому, видимо, это тоже не в GPU, не в встроенной видеокарте проблема. Я как-то подозреваю, что это либо материнская плата скорее, либо рамы. Либо в материнской плате проблема, либо в рамах. Ну вот, я теперь сделал, чтоб на полную мощность был power plan, high performance выбрал. Раньше у меня был balance, но я там еще потом поднастроил кое-что. Вот теперь посмотрю, как high performance будет. Ну, по идее, даже если было бы balance, все равно не, по-моему, не должен был бы он зависать. Что это, либо там какие-то есть ошибки, баги вот с этим процессором или с этой материнской платой или с чем-то, и поэтому он не поддерживает баланс, хотя Windows говорит, что поддерживает. Вот я уже сколько наговорил. Вот CamStudio снимает 11 FPS. Уже 1,8 гигабайт записала. Уже 14 минут, вот проверяю. Наговорил. А вот температура. Ой.